Лоток из знаменитой серии Kitchen. Состав углеродистая сталь, производитель Китай. Все атрибуты присутствуют. Надпись Kitchen, ложка, вилка, ножик. Произведен в июне 2020 года. Размер 34 на 25 на 25 сантиметров. Стоимость 199 рублей. Цвет черный. Емкость для СВЧ Бона. Квадратная на 1,8 литров. Стоит 77 рублей. Состав полипропилен. Производитель Россия. Изготовлена 30 августа 2020 года. Емкость удобная. Между собой различаются только цветом крышек. Имеются бежевые, розовые и серые. Чайник от фирмы Kitchen на 2 литра. Подходит для газовых и индукционных плит. Стоит 199 рублей. Произведен в июле 2020 года. Страна-производитель Китай. Состав: нержавеющая сталь, полипропилен. Похожие чайники недавно продавали в Светофоре. Там они были гораздо дороже. Игрушка-пистолет с резинками. А помните, в детстве мы делали такие сами. Состав: дерево, резина, полипропилен. Страна происхождения – Китай. Изготовлен в 2020 году в августе месяце. Предназначен для детей старше 3 лет. Шампунь для волос. Невероятный объем. Стоит 55 рублей. Объем 500 мл. Производитель Москва. Изготовлен шампунь в июне 2020 года. Производитель обещает нам укрепление волосяных луковиц, стимулирование роста волос, питание, увлажнение, увеличение объема и густоты. Поднос от фирмы Kitchen, диаметр 26 см, производитель Китай, состав жесть. Произведен в августе 2020 года. Сделан достаточно аккуратно. Веселые такие расцветки. Стоит 77 рублей. Картины по номерам. Стоимость 199 рублей. Производитель Россия. В комплект набора входит основа с контуром на картоне, акриловые краски, вспомогательный лист, кисть и акриловый лак. Картин привезли очень много, на любой вкус. Так что я думаю, есть смысл сходить в магазин и посмотреть их самим. Набор гребней для волос. В наборе 3 штуки. Произведено в июле 2020 года. Состав полипропилен. Страна-производитель Китай. В наборе яркие, нужные расчески. Большой гребень, расческа с длинным тонким кончиком и обычная мужская расческа. Новый увлажняющий крем для лица от фирмы «Чистая линия» «Органик Ромашка». Произведен в апреле 2020 года, производитель Россия. В составе органическая ромашка, натуральные и органические масла, органический шиповник. Стоит крем 77 рублей, объем 45 мл. Женские береты. Производитель Китай, состав 100% полиэстер. Произведены в ноябре 2019 года. В магазине представлены в 3 цветах. Бежевый, серый и вот такой вот пыльный розовый. Хочу обратить ваше внимание, что эта расцветка брак. Вся в непонятных пятнах. Подставка под горячее от фирмы Kitchen. Размер 16 на 16 сантиметров.
выполнена из бамбука, стоит 77 рублей. Помогает защитить кухонную поверхность от пятен и повреждений. После мытья рекомендуется протереть и дать хорошенько высохнуть. Произведена в апреле 2020 года, производитель Китай. Тонизирующий скраб для тела серии Parle Cosmetics. Производитель Республика Татарстан, город Казань. Объем 250 мл, стоимость 77 рублей. Обещают нам стимулирование и обновление клеток, лимфодренажный и антицеллюлитный эффект, тонизирование и подтягивание кожи. Ярко выраженный фруктовый аромат. Чашка от фирмы Kitchen на 250 мл. Производитель Китай. Изготовлена в августе 2020 года. Состав фаянс. Стоит 55 рублей. Чашки очень симпатичные, высокие, узенькие, с удобной ручкой. Единственное, у них глянцевая поверхность, на которой будут отпечатки оставаться абсолютно все. Обувная щетка, стоимость 55 рублей, предназначена для удаления пыли и грязи с обуви и одежды и для полировки гладкой кожи. Производитель Россия, состав БУК, натуральная щетина средней жесткости. Произведено в сентябре 2020 года. Щетинки мягкие, не царапаются, щеточки хорошие. Игрушка-болтушка-повторюшка. Производитель Китай, стоимость 199 рублей. Работает от трех мизинчиковых батареек, которые не входят в комплект. Произведена в октябре 2019 года. Это, по идее, енот, но какой-то он странный и грустный. Хвост у него отжали, и вообще он больше на собачку похож. Наклейка на лицо из светящихся страз. Производитель Китай. Стоит 50 рублей. Узоры из кристаллов дополнят любой праздничный макияж и станут завершающим акцентом в создании образа. Предназначена для Хэллоуина, но я думаю, что ее можно использовать на любую вечеринку или любой другой праздник. Стакан на 580 мл от фирмы Kitchen с градиентными расцветками. Производитель Китай. Состав стекло. Произведен в августе 2020 года. Цвета очень яркие, симпатичные. Милые стаканчики грушевидной формы. Качество исполнения хорошее.